Хореография нужна не только танцорам. Если ты выходишь на сцену, то что бы ты ни делал на ней, зрители смотрят в первую очередь на движение. Артистов театра это тоже касается. Поэтому журнал «Автограф» и «Молодежный театр Алтая» устроили для участника большой сцены мастер-класс от профессионала искусства пластики. Чувствовать свое тело на сцене – это самое главное правило актера. Поэтому пластическая хореография в театре – это такой очень важный предмет. Движение – это жизнь. Будущие артисты прекрасно осознают, что для исполнения их ролей нужно раскрепоститься не только морально, но и физически. Если дополнительно какая-то пластика, это очень здорово. Всегда смотрится интересно. Но если говорить уже о профессиональных артистах, то, конечно, тут уже, безусловно, это одно из первых, что нужно сделать. Это, конечно, научиться двигаться хорошо. Даже если во время спектакля артист просто стоит на сцене, он делает это по законам сценической пластики. Научиться правильно не двигаться поможет тоже хореограф. Я сейчас смотрю на улицы, на людей, как они ходят, двигаются, стала обращать на это внимание. И я понимаю, что многим бы стоило все-таки этим позаниматься. Не случайно ведь великие мимы, которые играют на сценах больших театров, побеждают и срывают овации именно тем, что они просто умеют стоять на сцене. Результаты работы преподавателей с артистами большой сцены вы сможете увидеть 8 декабря на премьере проекта. Билеты уже есть в продаже. Купив их, вы поможете ребятишкам, нуждающимся в заботе. Часть средств будет направлена благотворительной организации «Мать и дитя» для отделения онкогематологии Краевой детской клинической больницы. Артемий Панченко, Николай Шелко, «Наши новости».